На этот раз представляем вам наш уникальный аттракцион «Зеркальный лабиринт волшебника». Аттракцион с уникальным дизайном, оформлением и специально разработанной концепцией посещения. Помещение, вот прямо касса колеса обозрения. И, соответственно, вот здесь вот эта локация. Вот она идет под крышей, то есть лабиринт здесь замечательно вписывается. Как я не знаю, какие-то еще активности, все это открытое, просматриваемое, что, безусловно, плюс. Вот, короче, мы колонну берем, получается, и просто ее привариваем сюда вот кверху, и все, у нас освобождается площадь. Всем привет, это зеркальный лабиринт SkyMess, и самое интересное внутри, куда мы, собственно говоря, и отправимся. Я расскажу, в чем суть этого предложения. SkyMess, Sky Production уже более 7 лет этот лабиринт работает здесь, на одном из самых популярных курортов Краснодарского края, Лазаревское. Супер было. Ага, супер. А волшебника нашли? Да. Да, нашли волшебника, загадали желание, усик дернули, потерли эту штучку, как она называется, шарик, волшебный шарик, и кинули монетки. Ага. Нам очень понравилось. Окей, не будем отбегать от отдыха, да. Спасибо огромное, да, что приняли участие. Вам спасибо. Да. Что, подрались, что ли? Давайте проследуем внутрь, я хочу просто еще показать. Вот смотрите, 7 лет лабиринту. Я думаю, что реконструкцию Большому театру нужно чаще, чем этому лабиринту, потому что ничего здесь толком не менялось. Все зеркала на месте, все колонны на месте. Все это работает, приносит удовольствие людям и прибыль, потому что более 200 тысяч человек, наверное, уже посетил этот лабиринт за 7 лет. И в чем суть этого предложения? А суть этого предложения я все-таки хочу сделать на фоне логотипа Sky Production. Давайте вот вернемся туда. А в чем суть предложения, наконец-таки? Да? Предложение в том, что я хочу открыть такой же, либо похожий зеркальный лабиринт в Таиланде. Я ищу партнера, то есть 50 на 50 с делением всех рисков и всей прибыли, потому что есть полное понимание процессов, как это работает, как нужно работать и с людьми, как это перевозить, как это должно вообще все быть устроено, оно есть. То есть просто хочется по-бизнесовому поделить риски. Если вы хотите попробовать себя в Таиланде, то напишите мне, пожалуйста, я расскажу детали, потому что есть уже главная локация, а как вы понимаете, что главное в этом бизнесе локация, потому что все остальное есть, отрепетировано, отрежиссировано, прекрасно работает, инвестиций не требует, прекрасный бизнес на многие годы, и главное что? Главная локация, она уже есть, и просто хочется, еще раз повторюсь, по-бизнесовому поделить риски, поэтому если кто-то хочет развить своего в Таиланде, в огромном королевстве, куда туристы ездят не 3 месяца в году, как в Сочи, а 365 дней в году, то, пожалуйста, напишите мне в личку. Контакты будут под описанием к данному видео. Всем пока, хорошего лета, настроения и до скорых встреч.